Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о Федоре Чалове, который вышел на очень хороший уровень в прошлом сезоне, забил много мечей, и многие считают, что он вообще вернулся на ту высокую точку, где он находился в статусе лучшего бомбардира РПЛ. Потому что, помните, у него был такой стремительный взлет, он добился успеха, и вот в тот момент он мог переехать в Англию были слухи о том, что трансфер вот-вот состоится. Но потом трансфер сорвался, и вот в том сезоне, вот это прям было заметно, как только закрылось летнее трансферное окно, Чалов из этой точки пошел на спуск. Начались кризисные годы, нет забитых мечей, игра ужасная и так далее. Ну и вот сейчас Чалов все-таки вернулся на тот самый высочайший уровень. Спасибо Федотову, который с ним поработал, спасибо самому Чалову, который тоже молодец, перезагрузился. И сейчас, вновь оказавшись в этой высокой точке, Чалов, конечно, вновь думает о переезде в Европу. Причем не просто переезде на уровне, как вот полгода Базель, изучить и поиграть в Швейцарии, а переехать в серьезную лигу, желательно повыше классом, чем российская. И вот появляются новости о том, что Сарай вроде как заинтересован в Чалове, но, на мой взгляд, это не самый перспективный вариант. И тут же появилась новость про французский Марсель, который тоже вроде как интересуется Федей. Пока что команда из южного портового города Франции, отникивается от этих слухов и говорит, что Чаловым не интересуется, но если этот трансфер все-таки состоится, он, на мой взгляд, будет очень интересным для нашего игрока. Почему? Ну давайте разберемся. Меня часто спрашивают, чем занимаются футбольные блогеры в свободное от работы время. И я вам скажу, ведут телеграм-каналы. Не так давно в телеге появился очень интересный проект под названием «Утка Геймс». Это телега, которую ведут сразу несколько YouTube блогеров которые здесь делятся своими прогнозами на футбол, причем абсолютно бесплатными. Пройдя по ссылочке в описании, вы сможете ознакомиться с последними мыслями ютуб-блогеров, что они думают о грядущих матчах чемпионата России, какие у них мысли касательно ближайших матчей АПЛ или Испанской Ла Лиги. Так что проходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Мои коллеги ютуб-блогеры специально вот создали такой телеграм-канал для того, чтобы поделиться своими мыслями. Итак, во-первых, переход в Марсель для Чалова это очень серьезный э, такой, знаете, подъем в плане уровня соревнований. Потому что когда мы размышляли о Галтасарае и том, что Федя туда может отправиться, все говорили, это Лига Чемпионов. Галтасарае там участвует. А Марсель это и Лига Чемпионов, потому что они заняли третье место и попали в Лигу Чемпионов по итогам французского первенства. И это еще чемпионат очень высокого уровня, который превосходит и российский, и тот же самый турецкий. Поэтому здесь действительно Чалов может оказаться в более конкурентной среде, среди более классных исполнителей. Он будет выходить против ПСЖ, против Лиона, против того же самого Монако и Феди... Простите, Феди Чалова, Александр Головина. В общем, будет любопытно и интересно. И поэтому, учитывая то, что Головин продолжает выступление во Франции, видимо, там в Лиге 1 нету каких-то дискриминационных от каких-то законов против россиян. То, что в Испании дискриминация есть, в Англии туда не пустили Баринова и Захаряна, а во Франции, в принципе, играют и всем все нормально. Так что Марсель, наверное, может подписать Чалова. И Чалов может сделать серьезный шаг вперед, оказавшись в этой команде. Многие спросят, а нужен ли Федя вот этой самой марсельской дружине? Как бы странно не звучало, но нужен. Потому что у Марселя хороший состав, интересный. Можно сказать, даже звездный. Тут и Руслан Малиновский, и Алексис Санчес, и тот же самый Чингис Юндер. В общем, крутая атакующая группа. Проблема в том, что не хватает центра форварда. Забивного, статусного и так далее. Был в свое время Милик, уехал уже отсюда. Подписали португальскую суперзвезду в качестве нового центра форварда команды. Португальская суперзвезда в Марселе забил два мяча за полгода. И все поняли, что как была проблема с центральным нападающим, так и остается. Поэтому сейчас, я думаю, что Марсель будет не против подписать российского игрока, который много забивает и который готов действительно пахать, бороться и стараться. Чалов, как мне кажется, сейчас как никогда настроен на переезд в Европу. Ну, в силу понятных причин. Поэтому Марсель может, в принципе, и пойти на такую сделку. Особенно, если ЦСК пойдет на уступки и не будет требовать там каких-то сумасшедших денег за Феди, а договориться, например, об аренде с правом выкупа за небольшую сумму. Тогда и Чалов поиграет в Марселе, и Марсель может согласиться на этот вариант. А уж сам по себе этот клуб, он, во-первых, является шагом вперед для Феди, во-вторых, мне кажется, он неплохо подойдет ему. Здесь есть несколько ключевых нюансов. Во-первых, тут когда-то играл Дмитрий Сычев. Ну ладно, это, конечно, не более чем шутка, но все равно. В Марселе уже бывали наши российские форварды, и, кстати, Сычев там не так уж и плохо играл. Второй момент куда более принципиальный. Это тренер. Марселина Гарсия Тараль. Здесь я Возможно, немножко необъективен, Тараль один из моих любимых наставников. Уже лет 15, если не 20. Он мне прям нравился еще со времен Рассинга Сантандерского, это было хрен знает когда. И этот наставник, может быть, не ставит какой-то сверхэстетский, сверхинтеллектуальный футбол в стиле там Артета Гвардиолы или еще кого-то. Но это очень интересный, сочный и современный стиль. Где те же самые нападающие получают много функций и много свободы где команда, ну что называется, всем составом атакует и всем обороняется. И Чалов, трудяга и забивал одновременно, это как раз то, что нужно Марселина, а Марселина это отличный наставник для такого форварда, как Федя Чалов. Второй момент, это, конечно, сумасшедшая группа поддержки в атаке. Тут линия атакующих авбеков, мое почтение. Да, понятное дело, что если бы эта линия играла в Марселе лет, не знаю, 7 назад, то было бы еще круче. Тогда Пайет был молодой, горячий, тогда Алексис Санчес был суперзвездой, и Русик Малиновский был молодой и перспективный. Сейчас можно сказать, что это сбитые летчики. Что вот все они, Алексис, Пайет, не знаю, тот же самый Чингис Юндер, тот же самый Малиновский, они не смогли достичь какого-то пика, как Малиновский и Юндер, либо они уже его достигли и идут на спад, как Пает и тот самый Алексис Санчес. То есть тут сбитые летчики и старички. Но с другой стороны, ребят, это мастера, это сумасшедшие таланты. Это люди, которые одной передачи могут вскрыть нахрен любую оборону. И в этих э, условиях Чалов, как центральный форвард, может, конечно, показать себя. Так что, на мой взгляд. Марсель. Это хороший вариант. Это повышение в классе, но не такое резкое, потому что французский футбол он сильнее российского, но не настолько, чтобы Чалов затерялся. Чалов попадет к очень хорошему наставнику, у которого, кстати, в разное время прибавляли самые разные нападающие. Очень многие раскрылись именно при Марселино. И вообще, мне кажется, что Марсель — это действительно перспективный проект. Да, там хватает своего бардака и в руководстве в том числе, но у них есть состав, у них есть отличный тренер. И у них есть понятные перспективы в плане э, французской лиги 1 Потому что здесь ПСЖ что-то как как-то начинает перегруппировываться, как-то меняет свою политику. У нас в России как-то Анжи поменял свою политику, помните, чем закончилось. Вот и здесь что-то начинается непонятное, то есть Париж пытается стать более французским, звезды оттуда уезжают, Леон как-то продолжает трястись, Монако несмотря на все свои ресурсы, оказался вне зоны Еврокубков. Вот в этих условиях Марсель может взять, да и дернуться за чемпионством. Вот ей-богу. Чем они хуже того же самого Лиля, который все время отнял чемпионство у ПСЖ. Поэтому здесь перспективы интересные на самом деле. И если этот вариант срастется и Чалов перейдет в Марсель, я бы с удовольствием посмотрел на его матчи.